Приветствую всех на своем канале Советы Рыболова, авторская прикормка. В этом видео я покажу вам, как приготовить уловистую прикормку на линя. Итак, все знают, что линь довольно-таки сложная рыба, поймать ее трудно. Но сегодня я покажу вам, как решить эту проблему. Смотрите, у меня база, тут по объему, конечно же, меньше. Вам я буду говорить пропорции иные. У меня тут примерно 200 грамм, 200-300. Вы готовьте где-то 700 грамм. 700 грамм панировочные сухари, молотое печенье. База у меня всегда примерно одинаковая. Нашу базу нам потребуется 5 грамм кориандра молотого. Сюда еще я за кадром добавил 2 столовые ложки сахара, обязательно. Далее, смотрите, обязательно, без него никуда, нужен тмин. Тмин у меня целый, мне пришлось перемолоть его в ступке. Вот. Обязательно нужно его перемолоть, если он у вас не молот. Тмин, смотрите, тут пакетик, достаточно много, 20 грамм. 5 грамм тмина, потому что запах от него идет просто вообще офигенный. Собственно, поэтому он и нужен нам в нашей прикормке. И линь очень обожает. Итак, добавляем тмин в нашу прикормку. И все тщательно размешиваем. Так, после размешивания, вот наша прикормка. Сюда еще смотрите. Один маленький нюансик. Знаете, что добавим? Халвы. 100 грамм халвы сюда добавим. У меня халва, как всегда, самая дешевая, обычная. Ничем не отличается от более дорогих совершенно. Ну, вот так я добавлю примерно. Можно в блендере еще раз все это вот до однородной консистенции перемолоть. И все, наша супер-мега уловистая прикормка на линя готова. Это один из самых популярных рецептов на линя. Также, кстати, работает прикормка на карася, карпа. Это как бы, блин, тут без разговоров. Но линь, он более привередливый, чем даже тот же карась. Вот рецепт один из самых лучших. Специально для вас приготовил. Ничего сложного. Раз, два, три, и все, и готово как бы тут. Панировочный сухарь у нас в составе. Молотое печенье, тмин молотый, халва, кориандр, ну и еще сахара добавил. Все, прикормка готова, пахнет обалденно, линь обязательно на нее подойдет. Вот, так что смотрите, берите этот рецепт на вооружение, пробуйте. Будут еще рецепты на моем канале, заходите, смотрите, подписывайтесь. Все, до скорых встреч!